Харків під обстрілами. Бачимо це. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в місті на зараз. Ну, оперативна ситуація в місті залишається кожна, так і була в предыдущі дні. Наш враг, російський агресор, никак не угомонится и постоянно обстреливает город Харьков, причем он обстреливает его в разное время. Очень была неспокойная ночь, мы подверглись обстрелам, разрушено несколько зданий, здания, которые на самом деле административные, торговые, и которые к военным, по большому счету, не имеют никакого отношения. Поэтому мы сегодня устраняем все то, что было, что натворил российский агрессор за ночь. И, знаете, могу вам сказать, что вот этими своими действиями, постоянными обстрелами, он пытается, российские войска пытаются деморализовать город Харьков. Но абсолютно точно вам могу сказать, что ничего у них не получится. И сегодня харьковчане держатся, сегодня харьковчане объединены. И все, что сегодня творит российскими оккупантами, на самом деле только вызывает у нас такую здоровую ненависть, здоровую злость. И я уверен, что наши вооруженные силы сегодня, знаете, такие мощные, стабильные, и победа обязательно будет за нами, и в это верят все харьковчане, верят весь Харьков и верит вся Украина. Пане Ігорі, скажіть, будь ласка, які райони міста найбільше постраждали вже? Ну, ви знаєте, на самом деле очень много разрушений, которые есть в Харькове, и вот сегодня был обстрелян Новобаварский район, был обстрелян район Основянский, туда, куда раньше не прилетали снаряды. На самом деле сегодня есть, конечно, те районы города Харькова, которые тотально подвергались бомбардировкам и обстрелам, и, конечно, там очень большие разрушения. Это Пятихатки, это Северная Салтовка, это район ХТЗ. И могу вам сказать, что география обстрела на самом деле непредсказуема. И российские агрессоры постоянно в ночное время бомбят город. Тобто ця географія, як ви кажете, вона хаотична. Вони стріляють аби куди, аби зробити максимально шкоди для простих людей. Совершенно верно. Вот сегодняшний обстрел, на самом деле, у нас был перебит водовод, мы сегодня его восстановили уже. Конечно, они наносят максимальный ущерб инфраструктуре города, пытаясь, знаете, внести какой-то хаос. Но я уверен, что это у них не получится.